Вода в каждый дом в поселке Ясная Поляна Красноглинского района Самары провели водоснабжение. В населенном пункте всего 30 домов, а проживает около 100 человек. В рамках программы «Чистая вода» там запустили первую очередь водопровода. Строительство началось в 2010 году, завершить его планировали только в 2016. Сроки перенесли из-за жаркого лета. В поселке пересохли колодцы, и жители остались без единого источника водоснабжения. Раз в неделю воду привозили в бойлерах, однако это не решало проблемы. По поручению губернатора, главой города, было принято решение о строительстве водовода в этом году. Изыскали финансовые средства. Ну и, как видите, строительство водовода уже завершается. Первая часть введена, вода у жителей появилась пока только в одной колонке. В перспективе будет 3 колонки на эти 600 метров и плюс 2 пожарных гидранта.